Приветствую вас. Во-первых, что значит стоит или не стоит? То есть, ну вот, давайте вот так вопрос поставим, да. Что значит стоит и что значит не стоит? То есть, ну, совершенно очевидно, что если вам кажется, что об этом сказать нужно, да, если вы считаете, что об этом нужно сказать, то вы об этом говорите. Да, это будет ваша ответственность, да, это будет ваше решение, вот. Это будет, правда, вашим выбором, вот. Но это, по крайней мере, то, что вы хотите, вот. А так, на мой взгляд, вы просто хотите сейчас переложить ответственность за вот свои действия, да, за свои поступки на нас. И мне, честно говоря, кажется, это не совсем хорош с точки зрения, которая касается вот поддержания вашей какой-то самостоятельности, да, вашей какой-то уверенности в себе и прочее. Хотите? Говорите. Да, будут какие-то негативные последствия у этого, скорее всего, потому что работодатели настроены так, что в сторону искателя поднимает редко, только когда им это выгодно. А в основном работодатель, он такой достаточно простой в этом плане. Если у тебя не сложились отношения, вот, с начальником, значит, не сложились отношения и со мной тоже. Вот, и выяснять я ничего не буду. Ну, просто потому что, зачем мне это вообще надо? То есть тут, в принципе, все достаточно просто, как мне кажется. И это не хорошо, не плохо, это просто вот, ну, факт, просто такая данность. Вот, поэтому вам лучше на это вот внимание обратить как-то. Потому что это такой важный момент. Вот. А дальше. Значит, что касается того, что не сложились отношения сначала. Понимаете, может быть много разных причин, почему не сложились отношения. Но если вы хотите поменять работу из-за этого, из-за того, что не сложились отношения сначала, значит, вам
для вас это в какой-то степени болезнь. А это уже проблема. Что болезнь. Поэтому очень важно не смешивать одно с другим. Вот. Очень важно демонстрировать значит, начальству свое желание, свои возможности по решению конфликта, по решению и по разрешению конфликта. А то вам вполне могут посчитать просто такой вот конфликтный и не желающий, в общем как-то проблемы решать. Даже при том условии, что вы абсолютно ни в чем не виноваты, да, начальница вас там, сама, допустим, третировала по каким-то вот проблемам, ну, по каким-то моментам. Но для работодателя, да, это не важно. Для него вы будете в этом виноваты. Вот. Ну, просто потому, что работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудники у него были вот такие, максимально лояльные к нему. Вот я думаю, что винить его за это нет смысла. Вот. Ну, мы как психологи можем помочь вам поисследовать то, почему у вас не сложились отношения с начальницей. Вот. Какие проблемы у вас были с ней. Вот. И постараться сделать так, чтобы в будущем эти проблемы не повторились. Вот. Мы работодатели разные, люди разные. Но все-таки мне кажется, что не нужно забывать никогда, что вы работаете, и именно, что вы работаете на работе. Вот. Что вы именно занимаетесь какой-то деятельностью, да? Такой вот. Я хочу сказать, такой трудовой деятельностью. Вот. А не там, занимаетесь выяснением отношений. Вот. Ну, мне кажется, что это вполне просто справедливо. Вот. По отношению к тому, что вы делаете. Так что конфликты — это норма. А другой вопрос, как вы его воспринимаете. Ну, как воспринимать конфликты. Вот. И если есть проблема какая-то, то эту проблему лучше всего разрешать. Вот. В первую очередь принимаю во внимание свою ответственность, именно свою ответственность, не ответственность других людей. Вот. Для вашего
Благо это лучше. Вот. А так вы себя просто рискуете дискредитироваться очень сильно. Именно за счет того, что показатель конфликтный, слабый, там, неприспособленный, да, к, ну, к ситуации, каким-то, вот, что на пользу, конечно, не пойдет, безусловно. Вот. Ну, я думаю, что примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было как минимум полезно. Я надеюсь, что вам понравилось. Вот. Не ставьте вот свои решения, да, в зависимости от других людей. То есть все-таки это ваша жизнь. И только вам решать, как вы будете ее. Как вы будете ее проживать. Только вам решать, как вы будете распоряжаться теми ресурсами, которые у вас есть. Только вам решать, какие решения вы будете принимать. Вот, я думаю, что это хоть и достаточно жестко, может быть, но, по крайней мере, честно, по крайней мере, справедливо по отношению к вам. И не выставляет вас, да, какой-то вот такой, ну, не самостоятельно, что ли. Вот. Так просто получается, что вы хотите, чтобы мы решили за вас. Но это же будете не вы, если вам хочется сказать, что говорить. Вопрос в том, с какой целью вы говорите. Понимаете? Если с целью вызвать реакцию у людей, а, то есть, например, эмпатию, допустим, может быть, что-то еще, то я боюсь, что тут вы прогадали, потому что за эмпатию вы немножко, ну, не бабрится, обратно. Вот. Все-таки мне кажется, что работодатель, ну, это не тот шаг, который должен проявлять эмпатию. Вот. Вы простите, пожалуйста, но мне правда так кажется. Вот. Я правда так думаю. Вот. Поэтому решать вам,
только вам, никому, кроме вас. Вот. А любой внутренний конфликт, который у вас есть, если он есть, мы поможем разрешить, вот. Мы поможем скорректировать так, чтобы он вас не беспокоил больше. Это будет, опять же, честнее. И вы будете естественнее себя вести в отношении тех же работодателей. Вот. Не могу, кстати, не привести такую психологическую позицию, что если вы не можете, вот не получилось у вас отношения с начальницей выстроить, и настолько все серьезно, что вы планируете уходить, искать новую работу, то, вероятно, речь идет о том, что в этой начальнице вы увидели кого-то из своих родительских фигур, вот, которые вас, ну, как-то вот задели, которые вас как-то вот напрягли. И в таком случае вам имеет смысл быть с собой честной и признать, что дело не в начальнице, а в том, что вы вот, просто включились в конфликт, потому что вас эта ситуация вывела на какие-то ранее непрожитые эмоции, непрожитые чувства, вот, и, соответственно, из-за этого вам так вот стало не по себе. То есть, ну, просто вот лучше будет признать вот эти все истории и более адекватно на них смотреть, более аутентично, так сказать, чтобы не путать одни вещи с другими. Вот так вот я могу вам ответить. Я надеюсь, что это было полезно. Я надеюсь, что это было интересно. Я надеюсь, что это было познавательно. Вот. Проблемы, да, на сегодняшний день ваши это не решит. Безусловно, потому что ситуация так быстро не решается. Это правда, к сожалению. Но, по крайней мере, разобраться в себе у вас, мне хочется верить, получится. На этом все, удачи вам. Всего доброго, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!